Так, ну что, парни, поехали. Интересно, сегодня особо ничего не было. В общем, ребята, поясняю. Челленджи. Хук. 10 рублей. Это где-то я видел такой, короче, челлендж. Где-то я видел, но сейчас попробуем. Интересно, сколько нахукаем в этой катке. Надо маны побольше затарить. Типа, я сейчас даже могу 10 рублей заработать, просто прокачав хук. И просто хукать, да? То есть, типа, это бредово, блин, но... Хз. Подойдет парень? Vision даст? Оп, 10 рублей. Что? Плюс 10 рублей. Что за хрень, да? Плюс 10 рублей. Да, типа, тут обузить можно. Я обузить не буду. Типа, хуканул, попал, 10 рублей заработал. Что? Что за хрень? Так, ну, монету надо забирать. Отлично. Там. Куда пойдешь? О, минус 10, да? Все, GG, не попал. Такое. Ну, если попал, не знаю, убили бы, нет? С чего ты решил вчера, что не будешь фри слот нагингу давать? Это просто здесь не провокация. Чего? Я ему выдал все его слоты. Он донатил на слот. Донатный слот я отдал. И фрислоты. Ты просто не знаешь. Я Анагингу много фрислотов давал. Слотов 6 где-то. Да вообще не парься. Я Анагингу много слотов давал. А с чего, с чего ты вообще взял вот это? Кто тебе сказал, что я не даю ему слоты? Слоты я дал, все дал. Нагинг там в шоколаде. Слоты имеет. Ты че, я никогда не обижу, никогда не откажу. Оп. Двадцаточка. Надо было предупредить, что АФК. Я тебя понял. Ну, next time будешь знать. Просто я типа сам не могу, типа, знаешь, но типа... О, я умер, да? С пацанами рисковать, типа, знаешь. Ясно, я забыл про животное. Вот меня чел отвлек с этим вопросом про нагинга. Как будто я ему анагингу как всегда как-то это отказываю в слотах или что. Эй, ладно. Забей. Провокация, это не... Это провокация сейчас была. Это чтобы меня отвлечь от баратрума. Вот так вот ты хитро сделал, да? Все ясно. Сколько там я хуканул? По СТшке можно ж чекать, да? Блин, он волка там скушал. Два из трех. Два хука, да, получается? А, ну да, один я прогулял. Все точно. Четко. Все, я понял, фармим. Насчет пустоты, брат, нет, там СТшка, видишь, она учитывает именно попадание. Попадание учитывает. Го, на низ сходим. Все правильно. Все правильно. Дайте мут, пожалуйста, челу в чате. Еще раз такое напишет, бан закиньте, пожалуйста. Сыграл на норде против Тинкера. Но мид я выиграл, лейтгейм проиграли, у нас парень ливнул, потом вивер у нас 40 минут с персеверансом и сапогом бегает. Лузик был. Лузик. Не знаю, если честно, что с этим пацаном делать. На миду, он жирный, он скорчит, нажимает, вообще ему пофиг на все. Надо на скорч его развести. Так, ну еще хучок. Жесть, бредятин. Хучок маленький. Он скорчит, нажимает, у него просто там сколько? У него сейчас 815, у него примерно 1000 хп сейчас. Я на пудже столько не солью. Столько не слить хп. Слишком много.
Там ману регенишь. Мне нужен варп на мид. Погнали низ. Ой, хорош. О, ты тут. А, и вард сразу сняли. Но это GG. Прессинговка в мид. Ой, как он кританул. И ну отнес еще. Вы че? Этот критует, этот относ. И вард еще сразу сняли. Сентри в миду стоит. Боже. Я его просто не убиваю, потому что он плотный. Блин, хоть бы кто ТП носил. А так всем пофиг будет, че я парюсь. Че я парюсь, пофиг всем тут будет. Че я парюсь? У него 130 маны. Интересно, убью его? Скорча-то нету у него, по идее, да? Ой, да ладно, я его заберу. Хорош. Хорош. Хороший хук. Ох ж те криты и относы. Пойдет, парни, пойдет. Сейчас камбэкнем. Сейчас камбут с ним. Батлыгу сейчас купим. Вообще пойдет, сказка, шоколадка. Хорош. Бен. Бен. Ник у него такой, Бен. Дабл дамуга. Погнали. Джурабанита погиб. Вард есть на руне, да? Осуждаю. И Крисы чисто, да? И команда Криси. Ой-ой-ой, смотри. Ути. Ути кто? Ути кто? Опа. Дум не кидай, да? Это такой себе, да? Сибидон. А куда здесь в этой ситуации бежать? Извините. Там вард стоит, они сразу же ждали. Стоят, ждут. МБ стоят, ждут. Го, вард. Поставим на руну. Не знаю. Как бы у нас Найкс леса фармит, да? Ладно, я, короче, буду от ТП-шек играть. И не буду гангать. У них стоят варды, у нас варды не стоят. Естественно, тогда получается смысла гангать нету. Лучше буду стараться прессинговать мид и играть на ТП-шках. В случае, если они будут загуливать, я буду пытаться как-то отбиваться. Иначе никак. Попробовать. Вот так делать. Кучок маленький. Хорош. Господи. Опа. Попадосик. Жесть, ты жирный. Ой, он жирный какой. Не знаю, сюда хуканем, попадем, не попадем. Не знаю, не вижу его. А, животное бежит. Ну, это жопа. Да сдохни. Прикинь, да? Короче, что надо сделать? Вот это купить. Вот это. И ТП-шку. Все. Жесть, ну, 1 на 4 играю, да, получается? Пока что. Что по эдстехам? 7 хуков. Нормально. 7 хуков. Надо в своего хукануть, наверное, да, посмотреть, засчитается на какой... На какой хук засчитается, да? Так, делай, да? О, животник застрял. Отходи, дорогой! Это моя курочка. Что это было? Он ультой, походу, туда забежал. Там смотрите, какие лоу хп у этого. Бен. Хорош.
Господи. О, Клокус. Клокус Экспо. Я его не убью. Что, Клоаку будем брать, пацаны? А, там Думан чистым уроном бьет. Поэтому не будем брать. Да, надо своего попробовать хукануть. Типа, будет как засчитываться, интересно. Но пока что камбуцкаем. Тяжело из бары играть, да? А ну, блин. Тяжело, но пока что камбуцкаем. Сейчас пойдем Найкса хуканем в лесу. Сюда. Стой на месте. А, я СТ-шку не посмотрел. Не, не засчиталось вроде. Не засчиталось, потому что у меня, видишь, винрейт не упал, в принципе. Не-не, так это не работает. Десять. Сейчас этого на хук посадим. Ну еще раз попробуем, если что. Да дай пройти. Извращуга. Ой-ой-ой, нифига себе там хуки. Блин, я хуканул, типа, и не проверил СТ перед тем, как хукать. СТ четко считать, не обязательно... Мне просто интересно, будет ли свой персонаж, свой герой, будет учитываться в СТ или нет. Не считает, ты проверял? Но я сейчас еще проверю. Insufficient man. Я бы помог. Брат, живи! Хорош. Убежит тогда, получается. О, Клок. А я убежал. Хорош. Пойдет. Засчиталось. У тебя только два промаха. У меня вот здесь промах был. И где-то еще был промах. Не засчиталось. Так что все ок. Не считает это. Сейчас хочешь проверим. Еще раз. Вот три промаха. Сейчас кунку хуканем. Или инчу в упор. КПСТ. Вот, смотри, не считается. Свои герои не считаются. Все, это мы решили. То есть свои сейвы не считаются. А вот такие считаются. Души его. Я умер тут. Корабль, брат, корабль. Корабль закинжешь. А чё ты так долго? Ты чё, вообще я бы туда сразу корабль закинул. Жесть, как он долго там ждал. Ого, сколько тут стаков. Сейчас придем пофармим. Нормально. В принципе, пойдет. Хуки. Сейчас, подождите. Как правильно будет сказать? Хуки крутятся, лавеха мутится, что? На 83-й, да, из-за бага немного поприкольнее на пудже. Но в целом нет, не очень. Опа, Винчант рассультует. Но этот ЛВЛД сдаст, сейчас умрет сразу. Погнали. Опа. Будешь убегать? Ой, хорош.
Хуки мутятся, лавеха крутится. Или как-то так. Пойдемте на руну. Походу бара на меня живет, да? Ой, живет. Нет. Не убьешь, я жирный. А вот бара может убить. Сейчас побежит уже. Ну, будем хукать. Типа я его не увижу, сделаю вид. И хукану. Будет бежать по-любому. Вот это сочные хуки прям. Ох ты, Йора Бонита. О, минус хук. Давно не промахивался. Кто там так настакал? Выфармить. Там весь лес у них в стаках. Жесть. Ну вот это я, мне кажется, уже не потяну. Клокус. Не надо, не надо, не надо, пожалуйста. Жесть. Сколько стаков мы забрали только что. Дай крест. Хорош. Делаю стаки, им пофиг, говорит. Я нормально пойдет. Хуки попадают, рублики прилетают. Нормально. Хуком попал, бабло поднял. Правильно? Хуком попал, бабло поднял. Пойдемте животное задушим. Уком попал, бабло поднял. Оп. Хорош. Хуки такой, господи. Да, команда вообще делает вещи. Ну и прикольно, много хуков. Я сейчас стараюсь постоянно хукать, потому что тут по челленджу, типа. Уком попал, бабло поднял, как говорится. О. Куда пошел? Ах ты! Смотри, что делает. Думчик кидает. О, ты еще и венжев. О, еще и войд. Да вы что? С мост сошли. Мне вообще пофиг на дум. Да, пропусти вперед. О, Шойда поймал. Запиливай меня. Жесть, влево, вправо, влево, вправо. О, в упор хуком. Сюда. Жесть. Вот это жестко. Ну, бара животное. Ну, животнич, типа, бежит, волосы назад. Животнич. Вот это такое себе. Не попаду уже. О, вижу цель, не вижу преград. Оп. Ух ты, Торрента туда. Кто там на топе? Животнич? Оп. И. Ну вас нафиг. О, думчик.
Как и рассчитано. Где-то бара тут. По СТ не знаю, не чекал. Минус. Че себе ты? Э, у меня маны на хуки уже нет. Опа. Ха, застрял. Дай задышу. Погнали. Октарин на фудже, да, можно будет. 25-80% СТ. Хороший СТ, кстати. 62 силы. Это круто. Можно октарин, кстати, сделать для большего количества хуков. Пойти сделаем. Почему нет? Сделаем. Let's go. Что там за дудос? Октарин сейчас сделаем, пацаны. Евгений. Мать Макс. А чё ты так это? Надо было через донейшн. Спасибо, бро. Ля, там хукать надо уже. Оба, сюда. Хорош. Стан дали. Вот это хорош. Хорош. Почти октарин есть. Октарин сейчас сделаем, вообще по КД будет. Мать Макс. А, он меня типа на крест взял. Осуждаю. Ладно. На топе кто там? Животнич. Гоу. Не получается, да? Ну, не знаю, в чем проблема. Да забей, принц. И смотри, как бычится. Нету хука, парни. Животное, наверное, бежит, да? Сейчас будем чекать. Не, не бежит. Странно. Ух ты, вард стоит. Ух ты! Спасибо. Брат, ну не могу засейвить. Боже, есть. Тут варды, блин, стоят. Пойдет. Ты куда идешь? Что ты делаешь? Ты чё, псих, что ли? Я не хукаю. Оп. Куда? Оп, 10 рублей. 10 рублей. Телепортировался на топ, чтобы заработать 10 рублей. Осуждаю. Ой, жесть. Надо на базу идти. Плюс 10 рублей. Азиас, как ты стал успешным? Я просто хукал по 10 рублей. Мне задонатили за эту игру 1 000 000. Прикиньте. История одного бизнесмена. Как ты заработал в доте деньги, да? Ой, в доте. Как ты заработал на такую хату там, знаешь? Как ты заработал на все это? Я просто в доте хукал крипчиков и каталашки. Приветствую. Это забавно, честно.
А я дурак на работу хожу. А у меня хук 10 рублей. Жесть. Говорит, а я на работу хожу, а у меня хук 10 рублей. О, не достал. А как? Ладно. Пойдет. Октарин надо. Хотел завтра по закану, ты сможешь под ласт катку. Я могу и сейчас сыграть. Оп, плюс 10. Сюда. Ух ты. Дай. Еще 10. Уже 20. Братан, ты мне 20 рублей уже дал. Жесть. Целых 20 рублей с баратрума поимели. Опа, еще 2, еще 10. Уходим. А, она мне дум кинул. Но это бабушка, беги-беги, надо делать. Можешь завтра. Я могу и завтра сыграть, могу и сегодня сыграть. Опа, включилась кнопочка. Если что, своего подхукаем. Ну, КД. Так, сделаем. Почти октарин есть. А, животное не на меня бежало, хорошо. Там топ ломает Найкс, по-моему, да? Оп. Я че-то как браконьер. Прыгаю до хукая. Так, КД. Это плохо, меня сейчас клок может зажать. Дай до хосты добежать. Оп! Смотри, как могу. Хосту подобрал. Пацаны теперь в обратку. Хорош. Давай, хук. Оба. Хорош, следующий. Клок не убежит. Клок где-то рядом, я чувствую. Оба. Да жесть. Найкс там две стороны сломал чисто. 41 хук, 82%, между прочим. Жесть. Хукал в доте. Осуждаю. Геймплей Норд не смог, уснул. Го завтра. Ну давай завтра. Хорошо. Я тогда на Некстисе, Александр, тут сыграю на это. Крест. Сыграю на Ланайке, если он не против. Да, фраги офигенские, тут мне тоже нравится. Фраги кайфовые. Каталажку выхукал. Жесть, нормально. Нормально. Опа. О, Найкса хуканул, он вылез вообще не вовремя. Вообще не вовремя вылез. Там нету аганима, надеюсь. Хорошо. Я жирный. Меня долго пинать будет. Камни мне туда кидают. Палку, палку давай. Опа. Хорош, скушано. Оп. Хорош. Жесть. Ну, кстати, 43-53 многое миссанул тоже. Но это, блин, все равно хороший стат. Нормально.
GG. 43. Под колодцем обузить точно не буду. Так, похукаем. Эх, никого не было. Думчики бегут. Камень кидает. Ух ты. На, плюс 10 рублей. Бежать надо, бабушке помоги делать. Ух ты, сбил мне даггер, прикинь. Ну не того. Ух ты, подожди. Хорош, ща хуканем, нормально будет. Опять бару. Не надо, не убивай бабушки, я еще жить хочу. Жесть. Че за хрень? Бабушки не убивай, я хорош. Оба! Сюда! Кусь! 47, давайте 50 уже добьем. Думчика выхукал. Опа, суицидальник. Сейчас хукать буду его. Опа, есть. 48. Ну все, ГГ, 48 сделал. Ну нормально, 8, кстати, ровно 80 СТ получилось. И сила, 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 сила. 97 силы, 48-60. Пойдет. Хорошая игра. Прикольный челлендж.